Сотрудники Ульяновского областного краеведческого музея частенько в своей работе обращаются к каталогу продукции известного в Российской империи универсального магазина фирмы «Мюр и Мерилиз» за 1916 год. Все предметы, которые там изображены, давно стали музейными экспонатами, и про них подробнее можно прочитать в этом удобном каталоге. На обложке мы видим изображение знаменитого московского ЦУМа, но это семиэтажное здание было выстроено компанией «Мюр и Мерилиз» специально для своего универмага, который въехал сюда в 1908 году. «Мюр и Мерилиз» – торговый дом, существовавший в России с 1857 по 1918 года. Он был основан шотландцами Арчибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром. Первое направление компании – производство дамских шляпок и мебели. К слову сказать, «Мюр и Мерилиз» бесплатно рассылал каталоги своих товаров, и любой житель страны от Варшавы до Владивостока мог выписать товар по почте. Отличительная особенность модного каталога – в нем можно было выбрать любой товар. Не только мужскую и женскую одежду с различными аксессуарами, но и мебель, товары для дома, спорта, детские игрушки, часы, оптику, драгоценности и так далее. Товары «Мюр и Мерилиз» были рассчитаны на средний класс и высшее общество.